Зачастую вещи, которые мы видим или которыми пользуемся каждый день, содержат секреты или скрытые смыслы. 6 секретов известных вещей, о которых вы не знали. В этом видео на Моголь ТВ. Номер 1. Лично я в детстве очень любил играть в карты, и в том числе рассматривать на них картинки. Ставьте лайк, если тоже любили перекинуться в дурака или раскладывать косынку на компьютере. В одном из самых популярных дизайнов колоды у короля червей довольно странное изображение. Дело в том, что он вонзает меч себе в голову. По одной из теорий, прототипом для этого был король Франции Карл VII. Он очень боялся, что его отравят, на этой почве сошел с ума и убил себя мечом в голову. Другая гипотеза менее трагична. Дело в том, что на более ранних версиях этих карт в руке у короля был топор. Вследствие копирования за много лет топор превратился в меч, который вонзается в голову. Номер 2. Наверняка многие из вас замечали, что в книгах в конце часто есть несколько пустых страниц. Многие думают, что их оставляют для заметок, чтобы человек мог выписать какие-то цитаты из книги или другую информацию. Но это не так. Дело в том, что книги печатают на огромных станках и используют большие листы бумаги, намного больше, чем страница в книге. Поэтому, если произведение не входит на весь этот лист, то лишние страницы остаются пустыми. Кстати, говорят, что сегодня все перестали читать книги. Давайте узнаем. Напишите в комментариях, сколько книг в месяц вы читаете. Только пишите по-честному. Номер 3. На многих пищевых и непищевых продуктах вы можете встретить значок открытой банки. Многие не придают значения, однако он очень важен. Цифра на значке означает, сколько годен продукт в открытом состоянии, так как после первого вскрытия срок годности продукта сокращается в разы. И не обращая внимания на данный показатель, вы можете нанести серьезный вред своему здоровью. Номер 4. Многие популярные зубные пасты имеют три цвета – белый, синий и красный. И это сделано не просто для красоты, как считают многие. В каждой из полосок содержатся разные элементы. Белый содержит компоненты для удаления налета. Синяя или зеленая полоска – против бактерий и для свежести дыхания. А красный цвет содержит вещества для защиты десен. Номер 5. На многих рубашках верхняя и нижняя петельки расположены горизонтально. И это не случайно. Дело в том, что в этих местах на пуговицы идет большее давление. На шее из-за КДК, а внизу из-за живота. Благодаря горизонтально расположенной петельке, вероятность того, что пуговица расстегнется, невероятно мала. Номер 6. Все видели статую свободы. И наверняка замечали огромные шипы на ее короне. И это не просто украшение. Шипов ровно 7, и они символизируют 7 частей света, через которые должна пройти свобода. Кстати, весит каждый такой пик ровно 100 килограмм. Рекомендую канал «Золотая монета». Там вас ждут крутые видео, посвященные поиску кладов, а также рыбалке и активному образу жизни. Подписывайтесь, ссылка на канал в описании под этим видео. Еще больше интересных видео с фактами и лайфхаками на канале Моголь ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте оставлять комментарии под видео.